Так, давай, деда. Сейчас давай бабушку так возьмем. Так, блин. Вот это она нас вырубила. Всем привет, друзья. Меня зовут Игран. И добро пожаловать на мой новый ролик по игре всем известной Granny Chapter 2. Сегодня мы специально установил я версию такую новогоднюю. Вот пока что Новый год, можно снимать видео. И будем проходить вот эту игру, которую все уже поиграли. Ну не все, конечно. Попытаемся сейчас пройти. Это игра от разработчиков первой части игры Granny. Так вот, Extra Lux у нас стоит. Вон и дед нас встречает, спасибо. Да сразу еще выход. Блин, да что ты делаешь, блин, дедушка? Мешаться сейчас будет. Блин, хорошо, что не отсюда вышел. Так, бабушка на третьем этаже, стоп-проц просто. И будем проходить вот эту забавную игру. Так, рисунок. Все знают, что тут есть несколько прохождений. Все знают, ну, почти может. Ну, кто играл? Тут есть прохождение с лодкой и с вертолетом. Ну, кто смог, конечно, добраться до него, тот встречал уже подобное. Тут сейф, так, вешалка. Ну, я эту игру знаю, просто вот новогоднюю версию. Мы все сняли, близнецы сняли, как Granny 3. Granny сняли, а вот это не сняли. Вот это вообще прикол. Поэтому мы сейчас будем проходить Granny Chapter 2. Или Granny 2. Тут закрыто, это понятно. Вон елочка, это вот версия новогодняя. А вот, все в шапочках этих. Тут проходить нельзя, а то это чудовище нас утащит в болото. Что за хард тут? Вот это я хотел сказать. Granny вообще движется так быстро. Ну, мы смотали в кухню сразу, пока она там. Так. Так. Ну тут в ящиках нет ничего. А вот, вообще главная деталь, даже можно сказать. Мы попробуем пройти вот эту часть, вторую, через дверь. Сразу все смотали ко мне. Так, 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 так. Да нет, блин. Бабушка, конечно же, нас вырубила в том моменте. Так что день второй. Вот мы проснулись, сейчас мы будем проходить. Надеюсь, я на этот раз не проиграю этой бабушке. Но этого дедушки, я надеюсь, не будет. Тут пусто. А то бывает, здесь бабушка моет посуду. Так, еще раз. Давайте. Мы кинули уже. Так, вот, Granny. Все, вырубаем. Ну и все, пока. 2 минуты, отдыхай. Кстати, новогодняя шапочка тоже у нее. Ужас, дай пройти. Этого чудака нет здесь? Еще его нас не хватало. Для нас. Но мешать будет сейчас просто. Так. А, это для вертолета вот эта деталь. Туда пройти, чтобы.
Эта картинка тоже к вертолету ведет. Это улица, ну маленькая какая-то, ну мне в первой игре не больше понравилась улица, это какая-то мелкая. А, Weapon Gate там, ну он не нужен. Вот, проход откроем, надеюсь там деда нет. Интересно, где он возродится? Вот он. Успели. Успели. Так, ключ. Себе, давай ключ сюда. В санатории кого-то отдыхает. Так, в ящике ничего нет. Так. Поднимаемся. Да, или не надо вообще. Зачем? Мне кажется, там ничего не будет. Вот. Взяли классную деталь. Я эту деталь так называю. Классная деталь. Так. Так. Так, это так, туда наверх. Идем, идем. И сейчас бабушка нас. Что это было? Ого, она в каком месте? Возроди. Да быстрее, 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 быстрее. И успели. Успели, успели. Надо было их сразу вырубить. Двоих, чтобы вот так по очереди не шли к нам. Ну ничего страшного. Но бабушка, конечно, нас вырубила в том моменте. Так, тут деталей нет, но есть, блин. Вот, а эта деталь нам понадобится. Ну мы пошумели тут. Нет, вроде бы не пошумели, потому что тут никого нет. Нормально, да? Пошумели, но вроде не пошумели, потому что никого нет, все, вот и все. Тут пройти вот эту игру несколько раз можно и с разными прохождениями. Ой, блин, да ты что? Он что, нас не видит, что ли? А, нет, вроде видит. А то я говорю, что он так спокойно, так слишком ходит. Ну все, нам пора брать эту деталь. Где она? Этот шокер, вот. А, вот, я увидел. Так, мы поднимемся сейчас наверх. Сейчас, потому что у нас в руках кусачки. А чтобы туда пройти, надо шокер взять еще. Ну, это закрыто, это с той стороны открывается. Так. Шокер. Никого. Ну, пошли наверх. Так, вот мы на самом верху. Уже. Ну, в принципе, мы эту игру быстро пройдем, потому что тут понятно и так, что надо делать. Сбежать с дома то же самое. Притом я играл это несколько раз, но решил вот сейчас снять. Вот этот вампир вон выпал, да. Поэтому я решил сейчас снять новогоднюю версию, пока у нас тут зима. Так. Когда-то эта игра Гренни просто была игрой непопулярной. К-
кто знал, что столько человек будет играть в эту игру? I see you. Вот у нас есть ключ от сейфа. Да попасть даже не можем. Попали. Гольф кого-то тут играем. Лишь бы никого не было, сейчас им на голову не свалиться. А вон Гренни, давайте ее вырубим сразу отсюда. Это что такое? Она что, не увидела, что ли? Куда она пошла? Вот вы видели сейчас, это баг или как? Она пошла вниз. Почему? Вот, спокойно сейчас шла. О, какие нарядные. К Новому году готовились. Видно как. Где дед? Что он делал? Он... Это что было? Он танцевал? Вот это Гренни, конечно. Смеешься? Так, ну что у нас там осталось? Вон ту решетку убрать. Так, это туда. Быстренько вот проходим мы игру. Осталось чуть-чуть. Все. Вот. Минус лазер. Да что это такое? Это... В первой части вот Гренни любила ставить 100 капканов на ходу просто. Она шла, 100 капканов ложила просто. И как там пройдешь теперь? Вот она любила это делать. Так, все это. Покрутить все. Что осталось там? Давайте глянем. Так, вот эту штучку. Это понятно. Конечно, мы тут экстренные замки поставили. Тут чуть дольше надо проходить, поэтому. А так мы уже прошли, наверное. Так, вот теперь можно. В принципе, еще ручка там осталась, да? А, и вот это. Сбить. Две штуки те. С двери. Так что... Так, вот. Лишь бы никто не появился сейчас на ходу. Нам еще не хватало никого здесь. Никто нам не нужен. Дайте пройти игру просто. А то как момент будет, Гренни взяла, как не вырубила меня. Так, Пэдлукей, точно. Да как я забыл, Пэдлукей. Вот этот самый классный синий ключ с первой части этой игры. Никого нет. Так. Мне кажется, они должны были уже возродиться. Так, он дед. Ага! На тебе. Все, пусть полежит. Ой, Гренни, конечно, из-под угла сейчас бы меня вырубило тоже. Так. Что осталось? Пэдлукейта, это точно. Вот сейчас мы... Ключ от сейфа взяли, думаю, наверное, там. А, как я и думал. Все правильно. Так что вот так делаем. Все, они там отдыхают. Вот так, вот так. И вот так. Дверная ручка. Все. Вот елочка, да, она красивая. Вон прошли уже. Вот мы...
прошли Granny Chapter 2 с новым обновлением новогодним. Прикольненько было. Давай тебя вырубим тоже заодно. Ой, Сландерина, вот. Кто не знал, это вот так выглядит. Если вырубить ребенка, то Сландерина сразу будет появляться там сверху. Ну все, пошли. Вот и концовочка. Granny 2. Вот они стоят. Меня ищут, а меня нет. Так что вот мы поиграли Granny Chapter 2 с новым обновлением новогодним. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока-пока.